В Дагестане, по прогнозам синоптиков, еще несколько дней будут идти дожди. В этой связи ГИБДД призывает водителей быть крайне внимательными на дороге. Водителям следует выбирать такую скорость, которая обеспечила бы безопасность дорожного движения, а также воздержаться от опасных маневров. Также не забывать пристегивать ремни безопасности. Сложные погодные условия требуют большей осторожности и от пеших участников дорожного движения. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. Госавтоинспекция призывает учитывать изменившиеся погодные условия и быть предельно осторожными. В связи с ухудшением погодных условий, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан рекомендует быть на дорогах более внимательными и осторожными. Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. Кроме того, еще одним существенным условием для безопасности на дороге в этот период является использование зимних автомобильных шин, предназначенных для эксплуатации, тем более в условиях образования на проезжей части наледи и на заснеженном покрытии.